Эти люди смогли подарить любовь и тепло сиротам. Во вторник в филармонии прошла традиционная пасхальная встреча приемных родителей, опекунов и усыновителей с представителями власти и митрополитом Германом. Семья Валентины Середенко стала многодетной в 2010 году. У супругов двое родных и четверо приемных ребят. На такие встречи они всегда приезжают вместе. Детки видят мир наш, они общаются с другими детьми. Вот. И, конечно, опыт между самими приемными родителями. Это самое важное, я думаю. Сегодня в Курской области почти 3500 сирот. К счастью, их становится меньше. В прошлом году более 400 мальчишек и девчонок обрели любящие семьи. И это заслуга гостей пасхальной встречи, отметил Владимир Проскурин. Только за прошлый год у нас закрылся один детский дом, благодаря вот именно семейному устройству детей-сирот. На 11% в прошлом году сократилось количество детей-сирот, благодаря вот этим добрым, душевным, сердечным людям. Концерт, теплые слова и благодарственные письма от Курской епархии – это лишь немногое, чего достойны эти замечательные семьи, уверен митрополит Курский Рыльский Герман. Этим людям приходится низко-низко поклониться. Это очень трогательно. Не только трогательно, но это очень, это такой вот добрый, хороший знак, мне кажется, что вот наше общество все-таки выздоравливает. Инна Зекунова, Денис Федорков, телеканал «7».